В отремонтированных кабинетах и лечиться приятнее, говорят пациенты 8-й городской больницы. Лидия Романенко делится. Больницу посещает часто. Сейчас на дневном стационаре. На процедуры приходит каждый день. Уверена, в обновленном здании и стены лечат. Очень сейчас чистенько, хорошо, везде подремонтировали. Приятно находиться здесь. 8-я городская поликлиника обслуживает более 60 тысяч жителей Самары. Из городского бюджета на ремонт выделили порядка 9 миллионов рублей. В 2014 году на эти средства полностью заменили кровлю. Теперь здесь новая металлочерепица. Установили систему водоотведения. Утеплили фасад здания. Старые окна заменили на новые, пластиковые. Открыто дополнительное окно регистратуры. Организационно тоже обновлена поликлиника. То есть очень многие старые технологии ушли на задний план. На первое, конечно, это эффективная работа регистратуры, кабинет неотложной помощи, стационар, замещающий виды медицинской помощи. То есть данное лечебное учреждение идет в контексте развития программы здравоохранения Самарского региона. Без ремонта пока остается только 4-й этаж здания. Здесь работы планируют провести в течение года. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, события.